Здравствуйте, меня зовут Эйвити. Учусь на кафедре русского языка и литературы филологического факультета Университета Гурья в Республике Корея. У меня есть вопрос. Что означает выражение «разрыв шаблона»? Стоит ли его использовать в речи? Здравствуйте, уважаемые зрители! Слово «шаблон» в русском языке имеет два основных значения. Первое – прямое. Образец, по которому изготавливаются одинаковые изделия. Второе – переносное. Устоявшийся алгоритм поведения, которому бездумно следуют. Стандартная реакция на определенные обстоятельства. Именно со вторым значением и связано выражение «разрыв шаблона». Оно пришло из психологии, точнее из такого ее псевдонаучного направления, как нейролингвистическое программирование или НЛП. Разрывом шаблона в НЛП называют акт сознательного нарушения поведенческого сценария, направленный на то, чтобы вогнать собеседника в ступор и сделать его уязвимым для манипуляций. Какое-то время НЛП было довольно популярно в России, и выражение «разрыв шаблона» проникло в русскую разговорную речь, расширив при этом свое значение. Теперь оно означает не манипулятивный прием, а любое резкое изменение представлений об окружающем мире, вызванное внезапными событиями, переменами в привычном порядке вещей, удивление и шок от невозможности придерживаться традиционной модели поведения. Приведем примеры из сети интернет. Помню, лет в 12 мамы подружек как-то вечером повергли нас в тотальный шок, включившись в игру вышибалы. Вот это был разрыв шаблона. 30 лет прошло, а я все помню. Они бегали, хохотали. Это было настолько непривычно. Еще один пример. Часовая пресс-конференция Дональда Трампа превратилась в разговор о России. Присутствующие в зале ушам своим не поверили, когда речь зашла о Крыме. У американских политиков, военных, публицистов произошел разрыв шаблона. Даже возможность дискуссии на тему Крыма для американского истеблишмента и крупных СМИ – это шок. Употреблять выражение «разрыв шаблона» можно, но следует помнить, что оно носит разговорный характер и в литературную речь пока не вошло. Русский язык – великий, могучий и непрерывно развивающийся.